Говночерпи. Ебать, ты золотой человек просто. Сука, это, бля, моя любимая песня. I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is a evil old man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my ass in hand. And if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space. Это платина просто жестко играет. Это база просто сейчас, чтобы вы понимали. Вот то, что сейчас играет, это база. Боб Марли, кстати, вы можете сейчас просто оплевать меня, можете, не знаю, что хотите сделать. Боб Марли не сделал ни одной вообще интересной песни. Вообще ни одной. Ему приписывают классные треки других исполнителей, и вот они классные. А... типа, у самого Боб Марли, ну, а что у него вообще прикольного-то есть? Типа, Woman No Cry, вот это, что ли, сраное? Или этот, Buffalo Soldier Dreadlock Rasta. Типа, Max from Romeo, типа, over Боб Марли. Боб Марли гига переоцененный, вообще ничего интересного у него нет. Don't Worry, Be Happy, это... забыл. Сука. Мне тоже очень нравится исполнитель, но я не помню, кто... Бобби Макферрин. Вот Бобби Макферрин охуенный. Макс Ромео, которого мы сейчас слушаем, это тоже пиздец. Это гигаразъёб. Боб Марли, я не знаю. У него нет ничего интересного. А, типа... I shot the sheriff. Все, я вспомнил эту песенку. Ну, чувак, типа, окей, это неплохая песня, наверное, ладно. Но я ее не добавил бы себе в аудио. И просто, как бы, я не знаю, вот из тех песен Макса Ромео, там, которые я слушаю, допустим. То есть вот этот шериф... он просто рядом даже не срал, например, с там, не знаю, с Варена Бабилон или вот то, что мы сейчас слушали, с там One Step Forward, с We Love Jamaica, там, не знаю, ну, никак вообще. Типа, ну, там, Barrington Levy, допустим, какие-нибудь треки, че, тоже будут пиздачи гораздо. Я не знаю, это какой-нибудь проходной трек какой-то супер малоизвестной группы в регичи может запросто оказаться эпичнее всего творчества Боба Марли. Ну, короче, это как в любом жанре. То есть чаще всего там как самая популярная песня, допустим, каждого исполнителя, это там что-то переоцененное. Вот в регги скорее это сам исполнитель такой. То есть вот... ну, типа, это как такая верхушка айсберга, причем еще и не особо-то интересно. Ну, по мне так.